Доброе утро, друзьяки. Ну что, воскресенье, 20 минут седьмого, мы уезжаем на барахолочку. Вчера места заняли, поэтому сегодня едем чуть-чуть позже. Колясик уже тоже готов к труду и обороне. У нас еще все спят, а мы по-тихому выруливаем на барахолочку. Так что, друзьяки, ставьте лайки, усаживайтесь поудобнее. Увидимся за прилавком. Так, ну на барахолочке уже движнячок. Что-то мало людей здесь. Но люди есть. И это радует. Реально можно было бы занимать вот здесь вот место. Да, вчера. Так, ну мы уже прибыли. Барахолочка что-то совсем скудненькая. Рельсы полупустые. Ну, как для нас, так самое оно. Чем меньше барых, тем больше продажи. Так. Пацаны уже разлаживаются. Скоро начнем торговлю. Сегодня стол у нас будет полупустой. Коля, вот эти шахматы ты ставь на стол, а не сюда ты их тулишь. Слышишь меня? Ау! Да можно посвободнее ставить. Расширивать? Ну, не, я имею в виду вот этот ряд здесь куда-нибудь. Ну. Не. Оставляй. Я имею в виду вот эти, что ты тулишь сюда, их вот тут выставляй, да и все. Вот это рюмка. Ну, вот это не они? Вот это? Не. Ну, значит, она одна или две. А, их вот, вот тут туда ставь в край. Да, так. Да и все. А, подожди, так вот же они стоят. Не, вот та, вон, следующая, вот. Вот это? Да. Аккуратно, чтобы сколов не было. Нет, не она. Видишь, высота. Это она, просто она подпиленная. Видать, были сколы, и ее полирнули. Сняли слой. Ну, понял? Нет, тут, посмотри, вот, видишь, какое расстояние? Вот здесь окошко. А, ну, может, из одной серии только меньше. Так похуй, да. Короче, ставь. Что есть, то есть, то и будем продавать. Слушай, и возьми, знаешь, что сделай? Шахматы пооткрывай и повыставляй. О, это жопа. Две вот те большие доски открой и поставь, понял? Чтоб они были открыты. Вот те две доски, которые пластиковые. У нас по шахматам один человек. Коля, ты слышишь, что я тебе говорю сделать? Слышу, но это не достаточно. У нас места предостаточно на столе. Сейчас вот здесь вот повыставлю, пооткрывай шахматы и повыставляй.
А вот тут большие вазы поставишь. Ага. И будет отлично. Ну шо вы, братва, как дела? Да что-то вроде как бы это, блин. А почем факт? Какие? 350 пластиковые, Киев пластмасс. А есть деревянные? Ну, доска деревянная, вот. Не, шахматы мои. Нет. Дима, привет. Приветствую. Все пластик. Коля, а там еще в бардачке в моем, в верхнем, еще какие-то значки есть. Ритуал прогалы. Да? Что-то продали? Что за сипсик на этом пластике? Ничего страшного. Ну, посмотрим, мужчина был. Да? Лучше бы такой, как вчерашняя женщина. Да. Это знатно. Должна дать все классные. Зажигалок. Инструменты. Де він його понабирав? Да, сьогодні затарились уже так, щоб не шукати. Ну що, є щось інтересне? Шмотки пиздить. А? Подсвечников море. Море. На любой вкус и цвет. Этих ублюдков выкинуть надо, они меня уже достали. Года три ездят. Вот эти? Да. Не улетят же. Шо какой? А то я не знаю, где я их брал. Это еще с той хаты, где вот те вазы желтые две. Дима, а почему хоть можно выбирать? Слушай... Ты выбирай, а мы там порахуем. Тип того. Как я придумал, а? Люди даже не знают, что оно такое. Да ты просто красавчик. Прям на стол пустой вообще. А? Так вот тоже я... Говорим, я уже так решил подрастать. Вчера так и быстро их. Да. Чтобы это хоть что-то, блин... Стол тупо пустой. Надо срочно за неделю... Что тут есть? Затариться с чем-то. Да. Да, но надо на закупочку на свеженькую съездить. Да. Ну тоже, блин, распродались, блин. Бедствуем. Это да, разгулялись. Ну а что, ребята? Жесть. Ну мы такие, жесть такая. Хрусталя уже нифига нету, ваз нифига нету. Расставляй, чтобы две на две не стояло. Так нет, оно же закрывает вот это все. Вот эту расставил, ну. Надо было минажницу там где-то поставить. Ну, блин, ее уже возле этого поставили. Возле стекла. Да не, Коля, вот эту хрусталь, куда ты его прешь, блин? Да я не... Вот эти, ну, выйди, да, надо подвинуть. Куда-то. Положи их вот, это, перед... Мельхиор подвинь, слышишь? Да, вот тут. А, или вот здесь, да. Я этот, короче, подвину и хрусталь рассую.
фарфор этот сдвинь и растяни. С краю, да, вот это. Семь штук, один без булав. Так тому и быть. Почем ты хочешь? Ну скажи, ну тише. Слушай, ну ты в них шаришь больше, чем я, блядь. Что вот это за так маланские подходы, блядь? Рублей, ну так давай, ну. Семяло вам заниматься. Так, куда вот эти? Эти, вот туда, вон, на ковер. Коля, Коль. Я не руки наберешь. Нет. Нет, да я касса у него, я не. Нет. Сумку, Коля. Одень, пожалуйста. А где ты ее делаешь? За сиденьем лежит. О, а сумку достать. А у нас зато сотыска размер. Я трону до глубины души. Лучше бы у тебя столько по 500-очке было. $400 такой комплект. И вот эта красная вазочка еще почем, скажи? Тоже 400. Пластиков? Да. Это не наша? Ну, честно, я не знаю по поводу нее. Можете глянуть ближе. Я думаю, что это наша. Чуть дедуся не забыл. А? Я говорю, чуть дедуся не забыл. Да, раскладывались еще раз на это самое. Складывались. Ну, складывались на скорость, Вчера нормально поторговали, блин, стол полупустой, блин. Все поразгребали. А ну померяй. Примерь. Не, я уже, блин, все, я уже давно не пионер. Ну и нормально, как всегда готов. Пионер, ну, всегда пионерскую готов. Честь отдай. Честь, я же без галстука. Не могу. Одень. Зато в пилотке. Зато в пилотке. Что, какие-то продажи хоть есть? Ну а там, ну, еще не проснулись, я же говорил, они пока в 10 утра собирают,
Уже 11. Ну вот, вот уже начинает подтягиваться. Коля, вот ту брошку и кольцо вот туда на стол положите. Вон, на блюдо киньте, где нож. Вот это брошка и кольцо. Какая-то машина, надо посмотреть. Коля, а ты вот это хоть... Мы хоть что-то зарабатываем с твоих вот этих вот поступлений? Да. Ну, я надеюсь. Не, хватит благотворительности. Я знаю все одно. Это правильно. Хочет столько, даем столько. Так, ну людишки вроде уже пошли. Вроде как уже пошли. Да, вот уж. Линейка 40 гривен. Ну можно отдельно. 1200 все. А, не в кобуру. В кобуру ничего не мамлю. Бутерброд нужен засунуть. Бутерброд, да. На блюдо ложи. Коля. На блюдо, говорю, ложи. Я не дотянусь. Ты не знаешь, где блюдо или что? Да я понял, что бутерброд. У вас сыграем, что ли? Нет. Так, сколько? Так что поддать 3,5. $250. Забирай. Раз недорого. И подумать можно? Нет. Хватит думать. Звонок труп. Голова большая будет. Я убешен, да. Убешен, его взял один кабинет за 20. Хорошо. Нормально? Отлично. Во дворе поставил там на камеру. Че убешен? Ну сколько он? Ну я знаю, блядь. 20. Я говорю, 18. Смех и грех. А сейчас. Правильно, Коля, надо ровнее все это. Пу-пу-пу-пу-пу. Это Германия. Опять не продал. Е-мое, бля. Что за беда? Беда бедовая. Беда бедовая. А вот эти вот блюдца. Какие именно? Ну вот это, вот это, вот это. 450, 350, 300. Я понял. Спасибо большое. Да не за что, собственно говоря. Яуза? Электроника. 204.
Совсем печально сегодня. Совсем печально. Кеша, иди народ зазывай. Народ? Да. Иди народ зазывай, да? Особенно с твоими лавками. Боже. Слушай, а нафига ты их столько взял, этих зажигалок? Че столько? Я взял 6 штук. И сколько упаковка? 4 таких. Вот так оно стоит 450. А так 250. А так 250, Микеша нарыл где-то зажигалок уже табун, немерено. Ну вот вместо петард можно подпаливать. Нет, по-китайцу есть и по-нормальной. Да, это что, нормальное? Ну, я в интернете смотрел, 25 штук 450 гривен, именно вот такая модель. А есть с одной лейбочкой, все 250. Я вам с этим рассказывал. Говорит, они, говорит, летом так классно, говорит, взлетают. Пух-пух-пух. На солнце кинул. Все петарды. Да, особенно на торпеде забыл. На торпеде это постоянно. Ту! Холодно, холодно, но ничего. Кеша, давай продавай что-то. Сейчас электричка приедет. Ту-ту. Что-то сюда вообще народ не доходит. Там вон куча людей, блин. Иди, блядь, гони. Вот, я вам с чуваком разговаривал. Он говорит, блин, вот ищу это самое. Одну херню искал, блин, вчера лазил, блин, на той неделе, не мать. Сегодня, говорит, столько людей, блин, столько продавцов. И нашел, блин. Говорю, ну так надо ходить везде, блин, я тоже, помнишь, искал этот самый проводок на этот, блин, на магнитофон, блин. Два часа я тут, блин, кругом наматывал. Это, говорит, давай едь домой, блин, потом купим, блин. А я весь базар, блин, нашел на одном, он на магнитофоне, блин. Пришел сюда, блин, музыку эту, блин, пух, 10 гривен, давай сюда, говорю, блин, новенькая, вот тебе переходничок, блин. В магазине еще на рынке можно понятно, что у тебя ящик, ты разбирал, повынимал, мне просто будут лежать. Просто... Дим, свою разбираю, чужое. Да. За 200. Да. 250. Ну будет, я же сказал. Наверное, 300. Малую. Завернуть. Спасибо. На кассу. Приветствую. А почем такой? 70 гривен. Три с половиной.
Почем розетки ваши? 70. 70. 3 штуки сети. А где еще одна картина? Вон чай носит, мы хотели. Не, не хочу. Сто двадцать. А вот такие, вот таких, как вот эти вилки, ложечек маленький в таком виде. Сейчас нет. Нету. 700. Березань. Гривен пара. Жакода. Блин, что ж так глухо, да? Три с половиной. Олени? Они с повреждением. Там нога клеена. Сколько денег? 1000 гривен. Вот та ближняя нога к вам. Сашка, 250. А подсвечников по хрусталь нет? Не, по хрустальных нет. Продались уже. Подсвечники хрустальные. Романтический ужин. Наверное. Дядька хочет романтики. Германия. Сколько такая пара? 3,5.
Ну это что, взять уже и домой, это же наш тяжелый. Блин, вообще как-то сегодня все печально. Прям вообще печально. Даже никто не подходит толком. Коля! Я могу добавить. Иди рассчитай людей. Я думал, там сдача надо. Так что поддать 300 гривен. Чего я шучу? Она не рабочая или что? Ну, я ее не проверял, но хозяин говорил, что работает. Сколько еще раз? 300 гривен. Гривен 300? Боже, ну... Не верится, знаете, как сразу начинает этот самый... А что ты этот самый? Можно повернуть или подойти к нему? Лучше подойти, уже будет. Родила на тебя 3 года старше. Ты хочешь иметь дома ровесника, так что зачем? Не знаю, Тёма. Ладно. Это, конечно, не мое. Я готов выделить. Я готов выделить финансы. Ира, когда переезжала, сначала жила там, где Ваня жил, в пятиэтажке, у него такая, такая, все там с клавишами, там с радиолой, со всей хуйней такой здоровой. Да. Куда выкинули? Выкинули 100%. А? Я вам спасибо. Классненько. На здоровье. Задняя стенка просто потерялась. Я просто не увидел. А, он глубоко сидит. Ну, может быть. Да нет.
Она бы удивила. 120. Ева, а с чего она вот это? Это человечек, голова. Что, у нас какого-то металла, что? Ну да. Что, бронза? Да некая бронза, или силюмин, может чугун. Ну, здесь ну, тяжелая. Ну, чугун, значит. Уматовые такие. Тузики, говорю, уматовые. В кармане не унесешь, ключик не положишь. Не, ну я понимаю, маяк там положил в кулек, да пошел. А какую цену такая? 70. Хорошо. Коля, 60 гривен салонг. Ну вон рассчитается все. Посмотрите, посмотрите. Ну. Так. Изъяна тут нету. А? Изъяна нету. Уже, ну все ж перед вами. Я хотел спросить, чтобы не смотреть. Все перед вами. Да. Можно дешевле даже у тебя отдать. Все у нас тут есть. Они все в нормальном состоянии. Я вижу, чтобы они не покосанные были. Да они все ж с одного комплекта. С одного. И главное, чтобы были все по рублю. Я имею в виду, чтобы начинать. На рынчик стоят.
Так, ладно, все, поехали. Давай, удачи. Давайте. Да. Тысячу 200. А манометры покупаются? Все? Нет. 150 гривен. Это все или один? Один. Если все 500. Круто. О, ничего себе, какие люди. Да ты чё, блин? А чё ты не позвонил перед тем, как ехать? А, у тебя же телефон в машине. Телефон на зарядке. Жел, надо было Колю набрать. Да, хоть меня набрал бы. Привет, малый, привет. Ты знаешь, что мы сюда было набрать. Вместе. Не что ехал было? Бы. Мне. Сдались. Ты не мог позвонить. Да там. Ну. Кому ехать? Мне или тебе? Ну я понял. Ну позвонить мог бы, бля. А что надо? Короче, не работают нихера. Не работает резерв? Одна в салоне не работает, и две в этом не работают. И еще Антон и охранники. Чего? У нас же допуска не было к этому. Выходные дни, вечер. После там какого-то. А еще с каких-то делов? Ну, вот так, прикинь. Ну, я, во-первых, еле попал туда наверх. Через сад, через этот девочек там просил, чтобы они открыли. Но Коваль все решил. Ну, так а что? А как они объяснили это? Ну, типа он посмотрел в этом, говорит, у вас нету доступа, у вас только с понедельника по пятницу. И все, типа. И то там до определенного какого-то времени. Скажи, Вася, это что, не меняем, мы заявление ну, отдали. Знаешь, я ж так не могу говорить, я или... Ох, и демон. Короче, они переделали, ходил к охране, они переделали все в программе. Ну да, нам же надо в любое время. 5 пропусков получается, там работают у нас почему-то. 5 пропусков? Ну да, на 3-й, ну и на 4-й. Если бы я знал. У меня так давление херануло. Меньше бухать надо. Слышишь, иди снимай. Или больше. Это все эхо войны, Жека. Да. Но это просто не прошло. Коля, Коля, возьми вот те все награды и вот туда, вот где значки, вот там вот их вывали. Это сегодня что-то вообще печаль, тоска. Это потому, что ты мне не позвонил. Потому, что ты не набрал перед выездом. Так, я сейчас в шоке. Пора привыкнуть уже. Да. В шоке он. Ну резетки, ну вот как раз надо и завтра с этими резетками вопрос. Там же и решил. Да. Завтра на Триполи же не надо. Ну так если это... Куда? Мы завтра на СТО едем, мы нам никуда не надо. Не, по-любому надо ехать, чтобы три звонка, он сегодня звонок был, ну понт убран.
Завтра уже поедем на СТО, а потом будем разбираться со всеми этими. Как раз под сумок, может, двери мне посмотрим. Это что, ты планируешь двумя машинами ехать или что? Что там за движ? Движ Париж. Ну да, если так, то будет. Суд будет. Что? Ну, набор. 45 гривен, да? Десерт. Коля, зажигалки там, то есть спрашивают. А сколько такое? 650. Это Кузнецов. У нас там с повреждением. Нет, серьезно. Ты релиз завода. Где завод находится? Чехословакия. 877. Прямо оттуда. Ну да. Жека, что ты кеды свои разбросал? А? Блин. Ну ты нормально. Я свою отбегал. Все с ней. Блин, что ж сегодня так печально, все, ё-мо. Я думаю, что уже наоборот позасыпали обратно. Тише ты, малой. Ой, как счастлив. Господи, сколько счастья. Как мало надо человеку для счастья. Просто, чтобы дверки прикрылись. Кому-то больно, мне пришло. Боже, боже. Тебе, если будет грустно, приходи. Я прикрою двери, будешь радоваться. Как дурак, как нормальный человек. Померил давление, охренел. Ты уже с загаром? Когда было время, загорал. Когда не получалось, то не получалось. Ну я не могу, ну нет у меня любви к ранним подъемам. Ну не было никогда. И с годами она еще дальше уходит. Поэтому вы же на пляж, вы жена такая же. Вы на пляж убрались, вот 12. Не торопясь. Нормально отдохнули? Я буду лучше, чем работать. Никакого сравнения будет. Железная логика. Да. Мы вчера вечером только прилетели. Да. Еще мы по 8 прилетели, пока дети встретили, пока приехали, пока поужинали. Я уже не грузился. Думаю, так, приеду, прошу. Посмотрю. Ну, тоже верно. Тоже верно. Сегодня вообще галяк. Это бедуина поймать одного. Словил? Не, не, алло. Ладно, пошел. Пускай не сами. Поехал. Да. Ну, господа, на, прогуляйся. Так. И погнали. Руки, бедра. Согревать, да? Да. Так, что-то печально сегодня вообще, блин, как-то. Прям хочется закончить эту торговлю. Так,
Что? Если две? Не, по одной. 150 и 120. Толстой 150. Да, да, сейчас поедем. 45 гривен. Штучка. 12 штук, да. И новая. Это ЗИД или ЗИШ. Я смотрю, как это цена такая. Смотря что-то. Владимир Ильич. 50 гривен. Ну, посмотрим, тише. Я еще тут они еще хорошие такие. Что-что? Я такие, они хорошие. Хорошие, новые, понимаешь? Ну, какие есть. Я бы не нормально состоял. Нет вот этой сейчас литой большой, красной? Не, нет. Вот такая у меня. А вот это сколько? 32. Я собрался идти сейчас тоже торговать. Дети баннерки чорні високі, тобі треба на по роботі. Вот эти мог би взяти у тебе дешево. Почем? Ты подумал, а сейчас пройдут на обратно. Ну так почем вы хотите? По 30 рублей со штучкой. По 30. Я их тоже беру на продажу. Я все время по 40 рублей там поразбирал. Не, по 30 эти новые. По 40. По 30 не будет. Нет. Типа можешь на том, а разговаривать. Я тебя на обратном пути. По 30 гривен хочет ложки взять. Ну, а тебе 12 десертов. Ну, не новое, по 30 гривен отдавать. Да я не знаю. По 30 можно отдать. А Тетя хотела две ложки из того набора, где четыре. Аккумулятор ютуб. Что там? Сопли? Так на всех не хватает. Ой, так, ладно. На сегодня моя барахолка заканчивается. Остаются. А наша продолжается. И да. Мы еще с вами. Мы сейчас с Жекой поедем. Уже результаты торгов будем снимать дома. Так что вот, ну сегодня день не важнецкий вообще. Да. Все печально. У всех почти. Да? Почти у всех, да? Ну, у кого он знакомых штук 5. Говорят, сегодня вообще фонарь. Вчера поинтереснее сегодня. Ну, скажем, да. Ну, согласен. То есть не мы одни, да, обделены, да, да. С удовольствием.
Но я верю, что вы еще что-то продадите. Ну да, можно ждать еще 2 часов. 2 часа еще. Да, я вам сделаю. А, ты... В следующем видео будет интересно, ребят. Да? Что да. Ты там наснимал? Не, не скажу, что, но будет интересно. Ага, видали, какой матерый Женька у нас. Что-то подснял и не рассказывает. Пришел, говорит, ты ж посмотри сегодня, что я наснимал. Ну, глянем, глянем. Обязательно вам расскажу. Или покажу. Так, ну что, поехали? Так, все, братцы, я уезжаю. Пацаны остаются торговать. Уже результаты торгов озвучиваем дома. Что у нас сегодня получилось с этого всего. К Московскому мосту подъезжаем. Блин, откровенно говоря, сегодня вообще печальная барахолка. Просто, ну именно печальная. Я даже не могу объяснить. Вчера такой ажиотаж был. Прям такие были моменты, когда мы, ну, прям не успевали втроем людей рассчитывать. Реально вчера такая движуха была. Сегодня... Капец, наверное, до 12, ну, вообще там какие-то пару продаж там, может, было. И то я уже так подмерз, пошел в машину, сел, там пацаны что-то там продавали. Знал бы, что такой день будет, сегодня бы даже не ехал, если честно. Но, тем не менее, что маем, то маем. Вон Жека приехал, прошелся, отснял вам обзорчик. Что давненько у нас не было барахолочки обзора. Также можете поблагодарить Евгения Батько. Поверни, пусть люди тебя поблагодарят. Меня не надо благодарить. Нас надо. Так что вот такие дела. Я уже подъезжаю к дому. Уже Колян приедет. Подобьем кассу. Обязательно озвучим результат сегодняшних продаж. Я думаю, что он будет крайне мерзкий, этот результат, но ничего не поделаешь. Что маем, то маем, как говорится. Так что все, друзья, я уже хочу сегодня провести этот выходной день в спокойствии. Пацаны уже пусть там сами канителятся. В принципе, Серега вот к нам подключился уже сколько там, 4-й или 3-й выходные он с нами. Помогает нормально. Колян доволен, говорит, ну, то есть, ну, нормально, молодец, старается, хотя человек вообще не в теме совершенно, он даже там близко к барахолке никакого отношения не имел, но есть желание, когда есть желание, есть и результат. Поэтому ставим лайки, братцы, подписывайтесь на канал, те, кто не подписан, так, с Женечкой можете попрощаться, вернее, сказать ему до свидания. Прощаться рано, ребята. Рановато прощаться. Рановато, не хочу. Все, ребята, давайте. Всем пока. А палец я с вами вверх. Еще, а я с вами еще не прощаюсь. Увидимся чуть-чуть. Все, давайте, ребята.